Причина происшедшего такая, на самом деле. Путин чувствовал последние месяцы, что он не пользуется поддержкой своего окружения, и что решения принимаются без него, этих же решений очень много, он не может за всеми уследить. Что постепенно управление переходит в их руки. Единственное, что он нашел сделать, это вот этот, сказать, это военная эскалация. Единственное, что он нашел сделать, это вот этот, сказать, это военная эскалация, которая как бы разом отстранила их от решения.